ॐ देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ॐ देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ॐ देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ॐ नमो नमः गुरुजे नमो नमः। नमो नमः गुरुजे नमो नमः। ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः नमो नमः ॐ नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री रे। राधे राधे टू एवरीवन। Раде раде всем вам. Baba's bless. Благословение Бабы. To you all. И моя любовь с каждым из вас. Now have condition in the world. Сейчас в мире not very good, не очень хорошее because of положение из-за коронавируса. Virus. Everywhere have this. Везде. Stress to everyone. И у многих людей стресс из-за этого вируса. But you have to. Но вам not think about не virus. Нужно думать о вирусе. Baba always talk to us. Баба нам всегда My говорил, son. Мой сын. What about you thinking? То, о чем ты думаешь, та энергия к тебе и приходит. So you have to never think about Поэтому corona. Никогда не думайте о коронавирусе. Думайте о вашем Иштадевате, о Деврахабабе. Думайте о вашей душе. This will improve это your тогда immune system. Улучшит and вашу иммунную систему. И это улучшит nice ауру, которая находится вокруг вас. This aura, any если bacteria в эту ауру любая бактерия попадет, тогда она сразу превратится в пепел. This is your protection. Вот это ваша защита номер один. Никогда не забывайте об этом. I will talk you very Я вам nice, simple practice. Очень дам хорошую и простую практику. First, number one, you have to Первое. Not think about COVID. Не думайте о коронавирусе. Always have to Всегда live. Нужно жить счастливо. You have to protect yourself. Защищайте себя. People are talking. И люди говорят, что time, sun когда солнце станет очень горячим, то тогда этот вирус исчезнет. You have to know very secret. Но вы должны знать одно очень секретное знание. Surya Namaskaram. Number two. Surya Vedi Pranayama. Surya Namaskar и Surya Vedi Pranayama. Понимаете? This is enough. Этого достаточно. If you have more practice, you can enjoy Если хотите, делайте и дополнительные But практики. Но для коронавируса этого достаточно. Еще есть и третье. Сначала делайте Сурья Намаскар, но если хотите тщательно, то сначала Удар Викаса Кагрия, Удьяна Бандха, потом Сурья Намаскар, потом делайте Сурья Веди Пранаяму, после делайте Кевали Кумбхак Пранаяму. Знаете,
You know everybody? Как делается Суриабхеди, Ригведе? Я I вам will сейчас explain to объясню. you. With Через right nose. правую ноздрю делается вдох, Full inhale. полный вдох, And close и your nose. закрываются обе ноздри. 1, 2, 3, 4, 5. Считаем до пяти And и exhale with делаем выдох left. через левую ноздрю. Снова Again. вдох через правую ноздрю. Выдох через левую ноздрю. 1, 2, 3, И вот таких 4, циклов 5, 6, 7. And you have to do сделайте хотя бы 12. is necessary. Это необходимый минимум. And you will feel И relief. вы почувствуете If большое you have облегчение. any immune system Если у вас weak, слабая you're иммунная feeling not система, если comfortable, you're чувствуете feeling себя не очень хорошо, если cold, чувствуете, что cough, or простудились, что есть temperature, кашель или so температура, you have то to тогда improve. увеличивайте Morning, количество подходов. Делайте day утром, and evening, днем и before вечером 4, до еды за 20 20 минут эту minutes, практику. have to make Surya Bhedi Pranayama. Your immune Тогда system ваша will иммунная very система strong. станет очень сильной. You will very И вы healthy обретете person. отличное здоровье. Я вам I took сказал, three еще есть first of практики. Udhara Удар Vikasaka, Викасака, after I have to Удьяна, Дьяна, Сурья after I have to Намаскар. make Surya Namaskar, and after I have to make И потом делается Сурья Бхеди Surya Пранаяма. Bhedi. После этого делается After I have to make Пранаяма Кевали Кевали Кумбхак. Что это за Кумбхак means Пранаяма? Мы делаем вдох inhaling. через правую ноздрю и делаем задержку дыхания Hold по максимуму. yourself how much you can hold Можете or not. делать So задержку на you have to 25 count счетов. until И делаете выдох 25 после and задержки exhale with через left левую ноздрю. nose. Потом Again, снова inhale вдох with через left. левую ноздрю. И выдох через правую. Exhale with right. 25 Снова more. вдох через правую, Again. задержка. И выдох через 25 левую. fold. Exhaling. Вдох, 25 25 fold. счетов, задержка Exhaling. и выдох. Слева Right направо, справа налево to – это left, один left цикл. to right. This is one circle. Вам нужно выполнять And you have to эту пранаяму, do this pranayama. начиная от пяти Start раз, with five circle and и go каждый день увеличивает every количество day подходов 1, 1, 1, 1. от 12 12 до to 20 20 circle. повторений в день. Это You will будет strong. очень хорошей практикой. Aura Ваше is тело станет strong. очень You will сильным, come boom. И ваша аура также станет очень Any сильной. corona, Так что любая корона, he will я, see конечно, you. не знаю, это Corona. она или I он, don't know. He is he но or she. если этот вирус вас He will увидит, он start начнет to cry. плакать. Understand? Поэтому So, обязательно сделайте you have to себя make очень сильным. yourself very powerful. После этой пранаямы After я this вам дам еще pranayama, одну I will talk очень to you very хорошую nice more one. практику. Сделайте медитацию. Thinking, make meditation. Омкарам, хумкарам. Хумкарам. Хум. Хум. Это This биджа-мантра Хануманджи. Хануманджи's биджа-мантра. Когда Хануманджи убивает What демонов time Hanumanji killing или demon разрушая демоническую энергию, or demon он energy это to... делается словом «хум». Jai Shri Ram. И это очищает все вокруг. Clean everything. Слог «хум» биджа-мантра очищает is purifying все от негативной bad энергии energy и также and создает creating new, новую, clean чистую and и very очень powerful могущественную energy. Энергию. So Как how нужно you have повторять to слог chant «хум»? whom? Я вам сейчас объясню. I will explain. Whom? Кажется, вы не поняли. You not Давайте я understand. еще раз I will объясню. explain again. Look, Смотрите, я делаю вдох I'm через inhaling нос. with nose.
And И I am немного keeping some воздуха я air in держу your mouth. во рту, потому что Because это this же is Hanuman, биджа мантра not Bija. Ханумана. So you have to go И вы also должны тоже стать немного похожим Hanuman. на Ханумана. And А Хануман Hanuman will. выглядит именно так. Понимаете? Понятно? Understand? Поэтому So you have to come. делаем вдох и немного воздуха держим внутри рта. Extra air, but И we тот are having in воздух, mouth, который у вас был во but рту, if keeping in вам mouth, нужно happiness выпустить. means То есть all вся energy энергия is in негативная там собирается, и вы ее выпускаете. Collecting here, being in the mouth, Мы же очень because you много also talking говорим many ртом things with the mouth, разных вещей, и также в collecting рот also in the разные mouth. The mouth have all the вкусовые вещи all the принимаем. things. What you explain with mouth. So, hum bija mantrasya japet nasyanti dukkhana. Поэтому говорят, что тот, кто chanting, повторяет all the kind слог of хум, sadness, sickness, те горести и печали things. уходят. Любые all проблемы the тоже kind of уходят. Problem going finished. И эту практику вы можете выполнять любое время, без привязки к времени суток или к месту выполнения. Вот это ваша защита от коронавируса. Я вам также еще покажу мудры. This finger going вот так right вот мы соединяем going пальцы, чтобы они все distance, касались друг друга together. И были внутри. Okay? И And now мы this will go сжимаем close. Look. ладони. This is going close. И делаем так, чтобы большие пальцы соприкасались друг And к другу this и finger вот так have вот to come this. Были перпендикулярные. This type. And just И вот эту мудру держите near to около пупка. Практика станет еще сильнее, hum, если вы будете ее выполнять вместе со слогом хум. This is very strong, Эта практика making делает immune system. иммунную систему очень сильной. And this is a Lingam Mudra, one И half so. вот эта And мудра, this is когда Shiva два Shakti пальца Mudra. подняты, называется Шива Шакти Мудра. This Shiva Shakti, в Шива Шакти one is minus, правая right? эта сторона это минус, а левая это плюс. Now this И теперь is обе эти энергии energy. циркулируют в вашем теле. Если вы пять минут сделаете эту практику, будете чувствовать энергетические потоки во всем теле. Circulating. And this will create И также это улучшит system. состояние вашей иммунной системы невероятным образом. Потом садитесь и принимаете эту энергию и с вдохом и выдохом читайте гуру мантру или любую другую мантру, которая вам нравится. Наслаждайтесь, радуйтесь жизни. Я всегда с вами. И этих практик вам достаточно. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите. Я на них отвечу. На любые вопросы. Берегите себя, благословение Бабы и моя любовь с вами. Не бойтесь. Окей? Раде, раде.